Украина, Донбасс, оккупированный Донецк. Для меня, да бог его знает, не могу сказать, в чем-то сложный, в чем-то, как у всех. За несколько дней до Нового года дончане вспоминают год уходящий. Больше, конечно, трагичного. Но он был крайне тяжелым, но живем потихонечку. 2018 был очень сложным. Тяжелым. Запомнилось то, что, по крайней мере, нас не обстреливали. Совсем трудно, ну, как сказать, запомнился. Уже привыкли к трудности в этой жизни. Крутимся, выживаем. В этой жизни сказать что-нибудь, что это просто было, невозможно. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Приятно то, что хотя бы более-менее было спокойно. А чего ждете в будущем году? Ничего хорошего. Несмотря на грустные воспоминания о 2018-м, многие в Донецке ждут от 2019-го перемен к лучшему. От будущего, ну, надежда умирает последней. Мы ждем, что все наладится. Ой, наверное, мира во всем мире. Это, наверное, да, это, наверное, самое главное. Просто уже все устали от этого, от этой войны. Хочется мира, хочется дружбы, какой-то вот определенности, что ли. Окончание вот этой всей войны, чтобы все было вообще отлично. Ну, все хотят, чтобы что-то же наладилось, уже надоела эта война. А еще дончане шлют пожелания своим землякам с Донбасса. Землякам здоровья пожелаю. Луганчанам то же самое здоровье. Конечно, мирного неба. Любить и быть любимыми. И всем украинцам. А я их не отделяю от нас. Мы все одинаковые. У каждого на той стороне родственники. Пусть меньше смотрят телевизор, пусть больше общаются с родственниками. Пусть смотрят не сводки военные, а позвонят маме, папе, брату, сестре в Донецк. Всего хорошего желаю. Не могу желать плохого. Пусть у них будет все хорошо. И шутят. Хочу, чтобы вот Хрюшки не превратился в свинью, а был доброй, хорошей, нежной, мягкой, справедливой и победоносной Хрюшкой. Уходящий вот чем запомнился. Ой. В соседнем оккупированном Луганске настроение схожее. Ну, надеемся на лучшее, что все-таки о нас не забудут. Я сама жила в Одессе, в Житомире, так что я тоже как украинка. Чтобы они знали, что мы такие же, и к нам как-то снисходительно обращались. Ожидаю, что в конце концов решится наша судьба. Чтоб все не болели, все были здоровы, счастливы. Чтобы наступил мир, была у нас работа. Хотелось бы чего-нибудь хорошего. Доброты. Вот, и все. Всем луганчанам и украинцам желаю только мира, чистого неба над головой. И чтобы меньше болели. С востока на запад Украины. Во Львов. Рік був дуже цікавий, веселий. На другом конце страны, в мирном Львові, теж говорять о війні. Мирного неба над головою і віри в те, що буде все добре. Що все погане закінчилося, всі хлопці повернулися додому і всі сім'ї завжди були разом. Ну, я би хотів їм побажати миру, щоб війна швидше закінчилась, щоб більше не помирали люди, щоб дітей, ну, були батьки, щоб все було добре. Рік 18-й був, можна сказати, роком боротьби. Йде війна. Значить, ми маємо бути всі згуртовані, всі мобілізовані внутрішньо, психологічно. Не всякого іншого, не то, що солдати болтають тут, значить, скачуть, танцюють. Ти до того зараз. Хлопці там мерзнуть, гинуть, раняться на фронті, а ми тут дурака валяємо. Є рідні. Є і тітка живе там всі, так, є рідні. Вони переживають, і ми з ними разом переживаємо все. Війна на сході тільки турбує дуже. Тому що у нас народ дуже добрий.
нормальний, такий дружній народ. І один за одного все ж таки якось, знаєте, піклується. І тому я хочу, щоб все ж таки всім було дуже гарно. В нашій країні, щоб було гарно жилось. Ну, я хочу, щоб вони точно знали, що про них тут в Україні пам'ятають. І ми сподіваємося, що все ж таки нам вдасться повернути ці території і жити всім єдиною країною. Принеси хоч $100, так я б розказав. В Одессе 2018-й вспоминаются свойственным только этому городу чувством юмора. Ну вот, я начал работать в переходе подземном. Очень интересный опыт, вы знаете. А да. Какие планы на следующий год? Не работать в переходе. Но несмотря на смех, у одесситов нашлись слова и для жителей Донбасса. Терпение и надежда на лучшее. И у меня очень много знакомых оттуда, как бы, и то, что я слышал от них, вот как бы взгляд со стороны мирных людей, то есть мирного населения, очень не хотелось бы, чтобы вообще где-то еще такое происходило. Чтобы тихо было, чтобы мирно было, чтобы все, кто там остались, чтобы у них все наладилось. Нехай они морально тримаются, и все будет добре. Что в новом году жду в плане, или как сказать? Да. Ничего хорошего. Чувство юмора не терять. В любой ситуации. В любой. Побольше юмора, потому что таких ситуаций, как у нас происходит, юмор нужен обязательно. На Дерибасовской тоже размышляют о том, чего ждут для Украины в 2019-м. Ух ты, вопрос. А чего жду, ну, не знаю. Ну, лишь бы хуже не было. Пусть будет хотя бы как есть. Все ждут перемен, как и вы, так и мы. Жалко людей. Жалко людей, которые там гибнут. Жалко людей, которые пацаны отсюда гибнут. Ой, мира. Мира. Чтобы дети наши не погибали. Чтобы все вернулись домой. И мамы не плакали, а дети были счастливы. Конечно, чтобы быстрее заканчивалось. Вся эта война, неразбериха, чтобы они все домой вернулись здоровыми. Мирного неба, наверное, все пожелают. Но чтобы, если им плохо живется там, где они хотели бы жить, чтобы они находили свой дом где-то в другом месте. Целой Украины для этого хватит. Из Одессы в не менее курортный и солнечный, но аннексированный Крым. Любить родных, близких, навещать мам, пап, кто далеко от дома. Хотя позвонить, сказать, что любят, помнят. На улицах Симферополя мы встретили и тех, кто настроен в праздничные дни философски. Чувствовать жизнь, вот, потому что она короткая. И тех, кто эмоционально реагирует на все происходящее. Когда все это закончится и прекратится? И вот так ответил на простые вопросы о том, как прошел их 18-й и что ждут от нового 2019-го. Жду. Та же самая будет коррупция. Они поменяются местами. Все прекрасно знают, кто у нас сидит. Депутаты во главе с нашим Аксеном, который бил себе грудь и кричал: «Все, мы с матушкой Россией, да мы теперь по-другому будем жить». Брехня, товарищ Аксен. Что сложного и что хорошего лично было у вас в 2018-м? Хорошего? Хорошего я жду дочку. Хочу, чтобы все наладилось и кончилась вот эта ситуация с Украиной, война. Здоровья, мира, благополучия. Спасибо большое. Добра, любові, щастя – це те, що завжди
за вечные ценности. Пожелания в новом году звучат в эти дни и у главной елки страны в Киеве. Пожелаю счастья украинцам. Ну, у нас такий гарний народ, вони заслужують на краще життя. Щоб щось змінилося, треба піднятися з дивана, вийти, закатати рукава і братися до роботи. Все можна подолати тільки коли, от, наприклад, навалиться всім разом. И в столице тоже не забывают тех, кто живет на востоке Украины. Насправді дуже складно відчути все, що відчувають ці люди, тому насправді дуже складно щось їм бажати. Тому що ну, типу, одна справа, що ми відчуваємо тут в Києві, п'ючи каву, інша справа, коли ти живеш на сході. Тому так, цим людям бажаю ну, сил, терпіння, і все одно все змінюється, і рано чи пізно, ну, я сподіваюся, рано, там все стабілізується і покращиться. Вспоминають здесь не тільки жителі Донбаса. На тих, на в тому краї немає в нас нікого. Но и тех украинцев, которые живут за границей. В России у меня сестра. На жаль, я с ней 4 года не бачусь. Она такая, как и мы, как и все украинцы, потому что она звідси родом. Она там проживает, но все люди кругом однакові. Все хотят миру. Донецк, Луганск, Львов, Одесса, Симферополь или Киев. Где бы ни жили украинцы, в новом 2019 году они желают друг другу одного и того же. Главного для всех. Мира. Мира, спокойствия. Мира. И здоровья всем. Всем при том. Мира, конечно. Мира. И добра. Будет мир, будет все. Мира. Мира и добра. Пожелать мира. Мирного неба. Чтобы не было войны, однозначно. Побожать в Украине миру. Мира. Прежде всего мира. И для тех людей, и для нас. Мы все единый народ. И никаких ограничений я не вижу абсолютно. То есть только в голове. Ограничения только в голове. Поменьше смотреть телевизор и быть оптимистами. Татьяна Овинникова и Евгений Головин. Донбасс Реалии. Радио «Свобода».